На берегу красивой речки Майи, в урочище Улукут, в семье Эвенко оленевода 100 лет назад, 25 декабря 1922 года, родилась дочка. Девочку назвали Настей. Ее отец Никифор Матвеевич Степанов был знатным охотником-стахановцем, председателем колхоза «Красный охотник». Основательность, работоспособность, ответственность – все эти черты характера Анастасия переняла от отца. Они и стали основой становления известного партийного и государственного деятеля Анастасии Никифоровны Степановой, которая представляла нашу республику на высоком парламентском уровне, будучи депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва в 1966-70-х годах. Активная комсомолка, пламенная коммунистка, Анастасия Никифоровна Степанова везде, куда бы партия ее ни направляла, трудилась с огоньком, не боясь трудностей и всегда добивалась успехов. Самым значительным и знаменательным периодом жизни Анастасии Никифоровны была работа в Адыйском районе. Один из верных ее соратников и близких друзей Анастасии Никифоровны – Будимир Дмитриевич Слепцов. Эти были очень трудные годы развития района. Район был очень отсталый. Так, строительство, значит, практически не проводилось. Ну, тогда было не из чего, значит, строить, потому что это лесотундра, поэтому строительных материалов, значит, не было. Ну, там, значит, но все равно, значит, из местных материалов станкомера строили, значит, юрты, дома и так далее. Маленькая женщина приехать и занимать, значит, эту должность, потому что до этого работали крупные такие, значит, мужчины работали, понимаете, солидные люди, да, не работала, значит, председателем Савинов Александр Тимофеевич, он очень долго работал, и, значит, мы ему привыкли, и он, конечно, очень хорошо работал. Поэтому после него вот появилась такая маленькая, значит, женщина. Но, значит, мы народ обыский, очень гостеприимный, послушный. Раз, значит, партия, правительство, значит, рекомендует, то это достойный человек. Поэтому восприняли, значит, очень хорошо. И она сразу, значит, показала, что она, значит, непростая женщина, что она очень такая боевая, и она, значит, закаленная, что она может выдержать наши условия, вот северные условия. А все дома, значит, топились железными печами, железные. И школы, значит, и детские сады, больницы, все, значит, топились тогда дровами, дровами топили, железные печки стояли. А район был чисто, значит, сельхозяйственный. Ну, крупное транспортное предприятие было, это Индигирское пароходство. Это речники, которые обеспечили народно-хозяйственные грузами, возили, обеспечили Аллаяковский, Абыйский и Мунский район. Это крупное предприятие было. Так, остальное это сельское хозяйство. Когда я, значит, стал ее заместителем, она была избрана депутатом Верховного Совета СССР. Северного избирательного, Колым-Индигирский избирательный округ, она была избрана. И поэтому, значит, она очень много выезжала, значит, Якутск, Москву и так далее. Меня приходилось выполнять обязанности председателя исполкома. Вот тогда я начал самостоятельно, значит, руководить районом. Ну, в это время восстановили, значит, районные комитеты партии, поэтому было работать легче. И вот она мне, значит, такую власть, такое полномочие, значит, она дала, потому что я, значит, стал выполнять все обязанности председателя исполкома, так, все подписи и так далее, проведение исполкома, сессии районного совета, так, и всякие, значит, командировки и так далее, я
вот это распоряжаться финансами района и так далее, вот было возложено. Поэтому, ну, я постепенно привыкал, и она меня, значит, каждый раз учила, вот этот вопрос надо вот так решать, вот это направление надо так держать. И потом это было такое, как материнское, она меня, значит, как своего сына, значит, это близко, очень близко держала, и она, значит, очень много, значит, вот это, она, вот как, ну, и собраниях и так далее, мои предложения, которые я вносил под тем или иным вопросом, она всегда поддерживала, И вот поэтому я вот считаю, что она является моим наставником, моей мамой, которая меня вот это вывела на широкую дорогу районного масштаба и республиканского. Анастасия Никифоровна Степанова – это тот руководитель, который, наверное, заложил основу развития нашего района. Она работала в очень трудные времена, это 60-е, 70-е годы. В течение 10 лет она была избрана руководителем райисполкома, потом первым секретарем Абыйского райкома партии. Поэтому тогдашние руководители, конечно, председатель райисполкома, это хозяйствующая работа. И именно начиная с 60-х годов начинается развитие, действительно развитие, реорганизация всех структур хозяйства Абыйского района, ну и в том числе других районов. В первую очередь я бы отметила, это реорганизация колхозного хозяйства. Мне было совсем мало лет, но я помню, как с 1 января 61 года было принято организовать совхозы вместо существующих колхозов. У меня родители были членами партии, сельского хозяйства, охотниками, поэтому до сих пор я помню их ликование, их радость, что приходят вот такие новые передовые формы хозяйства в сельском хозяйстве. Вся эта работа вот легла организация, огромная работа организации, реорганизации существующих колхозов на плечи Анастасии Никифоровны. Это было время становления развития авиации в нашем районе. Первые самолеты, первые авиаплощадки. Это была организация работы почты, связи, открытие первых АТС, начиная с районного центра, МТС и так далее. И особенно мне импонировало, да, и будучи встречаясь с ней, она уделяла очень большое внимание по подготовке, расстановке кадров. В 68 году, годы ее работы, было принято решение перенести поселок Дружина, районный центр, поселок Белую Гору. 1974 года официально центром Абыйского улуса является поселок Белая Гора. Вот. Это имело огромное значение в последующем, особенности в жизни и повышении благосостояния нашего населения. Анастасия Никифоровна оставила, конечно, неизгладимый след истории нашего улуса. Августа Дмитриевна Марфусалова тоже из плеяды таких же замечательных, видных государственных и общественных деятелей республики, как и Анастасия Никифоровна Степанова. Я с ней впервые познакомилась, когда она приехала на 60-летие Абыйского района, 1985 год, на Белую Гору. Она с Николаем Никитичем Яковлевым, поскольку очень долго работали, вместе приехала. И вот она, я так удивилась. Давно вроде бы не было, 70-х годов, значит, да, не было, не приезжала, не знала, кто она такая. Она вдруг это, они все знали, со всеми она там разговаривала, всех помнила по именам. Думаю, о, Господи, а если я ее в возрасте, мне-то как далось тогда? Ей только за 70, наверное, было, казалось, что она такая уже пожилая, да, и как я буду, вот помнить, что ли, я буду всех.
это удивительно было. То есть вот такая у ней память. Она много-много чего там знала, всех по именам помнила еще. Это в большом отрыве был человек, а вот всех знал уже. Да? Это черта такая характера была. Анастасия Никифоровна, вот после того, как переехала из Абыйского района в Якутск, она работала заведующей отделом по делам КМНС, Совета министров. Где-то около 10 лет она работала до ухода на пенсию. С ее постановки началось, потому что, будучи депутатом Верховного Совета СССР, она этот вопрос впервые подняла на сессии Верховного Совета. Это вообще было удивительно, да? Так же, как она там поднимала еще вопросы авиации очень сильно, вопросы почты на заседании, потому что, ну, и сегодня депутаты Госдумы не очень так рьяно выступают же, да? А тогда тоже своеобразие, но одна черта была. Вот ее вопросами, в принципе, занимался даже сам Алексей Николаевич Косыгин. Это председатель Совета министров СССР тогда был. Поэтому они быстро решались эти проблемы. Таким образом, вот получили средства на оказание материальной поддержки для работников традиционного хозяйства. Таким образом, вот мы видим с вами, что уровень, значит, кадров тех лет, которые вот ставила, в принципе, партия же устанавливала руководящие кадры везде, она не просто так, не брали кого попало и не ставили, скажем, на главу района, там, на председателя исполкома, на секретарей. А человек проходил очень большую жизненную школу и должен обладать был всеми психологическими качествами, образованием и так далее, умением, знанием психологии, чтобы вот заниматься этими проблемами. Совершенно справедливо сейчас говорят, что она стояла в основе создания Белой горы. В это время она была депутатом Верховного Совета СССР. Видимо, эти вопросы на строительство новых поселений, тем более, оно все решалось на верхах. И тем более это проект нового поселка, благоустроенного полностью двухэтажными домами. Это была новинка в те времена. И вот сегодня, как памятник Анастасии Никифоровне, районный центр Белая гора живет и действует. Молодые годы Анастасия Никифоровна работала в Жанской семилетней школе. Ее сородич Усмайский Ивенк Еремей Гаврильевич Исаков, в то время еще ребенок, помнит ее такой. Учительница такая опрятная, такая высокая, тоненькая, веселая. Вот такой я видел это, ее. Вот. Потом про них мама рассказывала. Потом в 1958 году меня как отличника учебы отправили в Артек. И вот 2 мая мы вылетели на самолеты Ли-2. Это все мне все ново было. В общем, поселок большой, потом самолет такой. И вот Анастасия Никифоровна как раз меня сопровождала до Якутска. Вот это в 1958 году. Потом в 1967 году я перевелся от Якутского госуниверситета в Московский инженерно-строительный институт. На четвертый-пятый курс там окончил. И вот в 67-м году, 50 лет Великой Октябрьской революции, мы встречались со своими знаменитыми земляками, депутатами. И вот в Большом Кремлевском дворце встретили Анастасию Никифоровну, Александра Овчинникова и других видели. И вот я сказал ей, я из Ишмайского района, вот, эжанцев, и, а кто вы, ну, тогда догадывайтесь, кто я. Потом она смотрела на меня, смотрела, кабурыс вон на мочу, улагатта, да, Еремей, я, Еремей. Помню, она говорила, там маленький такой, переезжали как раз, с берега поднимались, вот такая встретились там, вот она говорила. Вот таким 50. И вот она, Овчинник Александра Николаевна,
Якова Ленина. Вот я сказал, вот ее мать такая деятельная, если образование было бы не хуже, нас было бы такая агитация, вот она так. Отец ее, вот там, вот тоже сельсовете работал и так далее, в колхозе председателем работал, и поэтому деятельные люди, вот их родители, вот так показали. Приехала здесь работать, мы встречались с временами, поговаривали там, как тебе. Она спрашивала про эжанских людей. Вот. Потом она всех знала, вспоминала каждого там на старика до и учителя. Вот своих учеников эжанских, тогда 7-летней школы, такие люди, как Бушка Петр Николаевич, доктор наук стал, его Конников Еремей Дмитриевич кандидатом был. Потом многие-многие были учителями русского языка и литературы. Вот Абрамов Иннокентий, вот долго работал в просвещении. Вот это из его плеяды, вот у первых выпускников женской 7-летней школы. Там вспоминает, она хорошо всех знала, вот этих одноклассниц Ивана Михайловича Атласова, Кларь Тимофеевна Абрамова и Самсона Илларионова. Вот как они сидели на первом ряду, и вот у них, вот говорили, когда встречались, мы вот рассказывала. Она учила, она вот. Она с первого класса учила. Они 39-го года рождения, в 46-м году пошли в школу, она в 46-м году только приехала работать в эжанцах. Надежда Еремеевна Прокопьева, племянница Анастасии Никифоровны и ее муж Иннокентий Сергеевич Непомнящих, самые близкие родственники. Ну, такие вот события, как она стала там депутатом, это все, конечно, прошло мимо меня, как бы, потому что я тогда была маленькая. Вот. А первый раз, вот я помню, в Якутске я к ней прилетела где-то уже в первом классе, что ли. Вот. И жила у них на квартире на улице Дзержинского. Вот. И мне очень там так понравилось, потому что меня очень хорошо приняли, моя тетя, ее муж Петр Лукич, бабушка там еще была, его мама. Забота, опека, конечно, уже это, ну, как бы располагало, да? Ну, а потом уже постоянное общение, и когда я поступила в университет, я постоянно у них бывала. Естественно, она мне помогала, и я даже могу сказать, что она, благодаря ей я закончила университет. Во время учебы в университете я постоянно была в гостях у тети Насти. Естественно, она меня всегда очень хорошо кормила. Особенно я любила ее рыбные пироги. И вот последующему, к нашему приезду, она всегда готовила рыбные пироги. И праздники вместе проводили. И дни рождения мои у них тут справляли. Поэтому общение было очень самое хорошее и теплое. Потом, когда Анастасия Никифоровна состарилась, я уже жила в Усмае со своей семьей. Тоже к ним постоянно приезжали, на даче у них были, помогали тоже как могли. Я помню, что я привозила ей кусты жимолости, черная смородина, она занималась я тогда растениеводством, в общем, выращивала вот эти вот культуры. Ухта у нее очень хорошо росла, я помню. Вот, и мы с ней разговаривали, да, и она очень много вспоминала, очень много информации она мне рассказывала. Я вот иногда жалею, что в то время ни диктофонов, ничего такого не было, а по молодости лет как бы не все это вот запоминалось, и внимание как-то шибко не обращалось. Вот. И поэтому я ее просила, чтобы она это все записала. И когда у нее было время, она писала свои воспоминания.
И потом, когда уже она, после того, как она скончалась, вот эти воспоминания все, которые она написала, я собрала. И маленькую небольшую брошюру из них сделала, из этих воспоминаний. Память у нее была действительно очень хорошая. 86 лет, вот это же вообще прекрасно такую память иметь. Очень многое помню, многое. И то, что давно было, и то, что недавно было. Активная жизнь у нее все равно продолжалась, и хоть она и была на пенсии, она принимала участие в каких-то мероприятиях, постоянно куда-то ее приглашали. У себя она всегда принимала гостей. Часто у нее бывали обыски, ее друзья. Вот в обыском районе она провела очень много времени во время своей трудовой деятельности. Да? Вот. Основное, наверное, время трудовой деятельности вот пришлось как раз на обыский район. Она встречала очень многих интересных людей. Вот в своих воспоминаниях она написала о Николае Владимировиче Атласове. Это уроженец нашего района. Он какое-то время был первым секретарем обкома комсомола. Вот. Она написала тоже о нем очень хорошие, теплые воспоминания. Также она встречалась с Ефремом Ильичем Апрахимовым. Вот, гордостью нашего района, ученым-космофизиком. Тоже о нем она написала, о встречах с ним. Очень интересные у нее записки. Я думаю, что те, у кого эти записки есть, наверняка многое почерпнули из ее воспоминаний. Память об Анастасии Никифоровне, она очень жива в нашей семье. Я ее хорошо знаю в том плане, что я... Так как мы жили в Усмае, а Анастасия Никифоровна жила в Якутске. По долгу службы я часто ездил в командировку. И, так сказать, по вечерам мы с ней все время беседовали. Мы очень любили вспоминать, как там у нас на Мае, какие там красоты, какие родственники, как жилось, как жизнь была в то время. Вроде говорят, тяжелая, но оказывается, она была еще и веселая, очень молодость была, радость была. Я ее даже возил на лодке по Мае. Вот мы с ней на ее до места ее родины не доезжали, но рядом были. Вот. Потом, и, они жили, она родилась в местечке Улукут. Uh-huh. Вот. Потом там образовался колхоз Улукут. Я название не помню этого названия, uh-huh. но поселение называлось Улукут. Uh-huh. Вот они вот Степановы жили на той стороне, на правом берегу реки Майя. На 140 километре примерно от Устья. Вот. Ее предки, еще дедушка, по-моему, он когда там поселился, даже осушал эти аласы, чтобы там сеять. Кстати, они сеяли рожь, пшеницу, картофель. А зимой он был охотник. Все они были охотниками и очень хорошими. И до сих пор об этом слава идет. Я ее помню такой очень общительный человек, который, когда я с ней общался, ей было вот плюс-минус 80 лет. Она была для тех годов очень... У нее память была очень хорошая. Она все помнила. И много читала, газеты читала, за политикой следила. В общем, такая была очень развитая человек. Всегда она была в курсе всех событий в стране. Вот такой она была, замечательный человек и видный государственный деятель Анастасия Никифоровна Степанова. Правительство высоко оценило ее вклад в социально-экономическое развитие государства. Она награждена орденами Трудового Красного Знамени, знаком почета. Ей присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия». Она была почетным гражданином Усмайского и Абыйского районов.
Анастасия Никифоровна Степанова – эвенкийка и одна из лидеров народа, память о которой будет жить вечно.